Всем привет, меня зовут Максим, я играю в Семилета Волка, и сейчас мы будем охотиться. Смотрите, мы теперь Снежку, что мы сейчас будем делать здесь. Здесь тоже Снежок на улице, так что хорошо все. Давайте посмотрим, здесь хоть кто-то есть, хоть. Да никого не видно. Лось снегу. Вон там. Смотрите. Огромный лось. Он какой-то маленький. Ай! Ой! Уй! Эй! Ай! Лось! Не надо! Нет! Нема! Ой! У меня мало хп было, меня добили. Эх, злой лось. Теперь что у меня там еще надо сделать? Лось нам не пригодится. Что мы там еще будем здесь делать? Опять лось. Тогда я... Так сделаю. Так. Ой. Может попасть сейчас и будет чуть-чуть. Ай. Добивает. О, у него почти нет. Нет. 12 этих. 30, все, добили. Лунные конфеты. Не, реально, что это было? Лунные конфеты или... Непонятно, но очень интересно. Подарок. Это нам пригодится. Сундучок. Открывайся. Какой красивый. О, малыши. Собачки. Так, а бы. Давайте тут все рассмотрим. Смотрите. У нас дракончик на самом деле девочка. Розовая это девочка, а синяя это мальчик. Оп. Кого мы сделаем? Мальчика или девочку? Я думаю, давайте мальчика. Оп. Теперь мальчик. Давайте теперь кого-нибудь сделаем. Делаем девочку. Я не знаю даже, кого мы сделаем девочку. Ну, давайте этого. Это и есть девочка. Ну, тогда я не знаю. Ну, давайте. Там енот. Снег в этом. О, наш лось здесь остался, лежит. Опять они едят вкусные вкусняшки лося. Идемте. Я еще хотел медведя грызли там есть. О, это может быть наш друг или нет? Он брыда хочет? Это вообще кто? Брызит? Он охотится? Нет, ну не охотится. Нет, мало хп. Вот это злой волк. Что он делает? Нет! Ой! Нет! Ой-ой-ой! Ребята, что мне делать? Ой! Ай! Нет, шишка! Нет! Это день какой-то не мой, чтобы выигрывать. Эх, я хотел там все медведя загрызть.
Ладно, давайте тогда посмотрим этот шкафчик. Мы же посмотрели, какой там шкафчик был. Давайте сначала что-то вытянем. Давайте. Так, что нам надо вытянуть? Я думаю, не знаю. Аляляй, что это? Нет, землетрясение. Землетрясение. Вообще деревяшку может трясти. Ну ладно. Давайте уберем это, что это. И вот это подходит. Теперь давайте это. Теперь это. Нет, нет. Что? Что? А, это. Ну, вот знаете, я вам тут решил вот это, к это, ну, чуть-чуть, но вот это. К это, ну подождите еще там, ну там 5 хек. Раз, два, три, четверка с половиной, четыре к. Все, я здесь. Вот. Все, я здесь. Ну что мы хотели, блин, я же опять же был. А вот что я хотел. Шкафчик у нас там был красивый, кей. Так, а был. Где он? О, какой там красивый. У нас такой есть? О, вот это нам показывали. Ну можно его. Все, я его возьму. Он будет красивый. Куда нам его поставить? Нет, нет, ни сюда, ни туда, никуда, ни туда. Так. Там кринги вообще есть? Не подписывался. Где этот шкаф? Он там далеко? Далеко, далеко, далеко в лесу. А, здесь он был. Был. Давайте его ставить, наконец-то. Будем ставить. Нам надо вот так, наверное. Нажимайся. Кнопка. Я знаю, что так нельзя, ну, Оп, теперь хорошо. Оп, сейчас будет круто. Красивый. Звездочка, банки, травка и красивый. Давайте тогда теперь вот это. Надеюсь, что не буду вот это делать. Ну, давайте скопим жизненной энергии, чтобы мы победили какого-то медведя. Опять волк. Невкусный этот волк. Там был под деревьями эти. Хотя одни деревья, а ёлки. Только лёрки есть деревья? Ну ладно. Тэш, это не водичка, а лёд, значит. Лёд — это такая вода. Только... И, ну... Так. Так, прыгаем. Разобьёшь? Так. Шкунч, я без тебя обойдусь, пожалуйста. Так, обходим это. Так. Так, где он там этот?
забыли, где он там. Наверное, он там или там. Я забыл. Жалко. Где он? Где он? Где он там? Невкусно получилось. Где медвежок? Нет. На меня напал. Вот. Не енот. Не енот. Енот, ну, его нельзя тут пускать. Все. Ай, их два. Их два. Замри. Не делай ничего. Замри. Два дня, все. Ты не чучу. Ты я потерплю чутка, пока у меня жизнь там восстановится. Так, еще немного. О, спасибо, что машешь на меня. Спасибо, что машешь. Так. И вам, ребята, спасибо, что вы смотрите мой видосик. Так, так, ток, тик, тек, тук, тек, ак. Ну где этот медвежонок? Тедди. Тедди, ищи же. Не хочет тебя ждать много. Так что иди, наконец-то же, ко мне. Хотя он не может там идти, этот медвежонок грызли. Может, но... Не... Опять еноты. Я без вас тоже могу обойтись. И вы без меня. Но вы же не хищники? Конечно, бы. Ай, опять я ничего не вижу. Дуплю я тут врежился. Такая игра нелегкая, но хоть они меня спасают, эти волки мои там. Так, бегаем от енотов. Только не леса. Пожалуйста. Фух. Нет. Еще лиса на меня, блин. Может, лиса на енота пойдет, а енот на лису? Ай. Ой. Ай. Ай. Дерево чепится. Не-не-не, без этого обойдусь, пожалуйста. Енот, я тебе так вот сделаю, чтоб ты чучук. Нет, пожалуйста, замри. Нет, замри. Фух. Если бы я так не сделал, он все жалко. Что-то. Это тот енот, что ли? Эй, кто же здесь? Вот там еще кто-то есть. Надеюсь, что это медведь. Нет, надо подождать. Нет, это не медведь. Я посмотрю, хоть это не хищник. Да, не хищник, белка какая-то. Жаль, белки. Блин, страшно жаль, какой. Не, я без этих обойдусь. Зайцев страшно, я без этих обойдусь, зайцев. Конечно бы. Опять заяц. Я не подписывался на этих зайцев. Так. Ай-яй-яй. Опять этот длин. Ай-яй-яй-яй. Что-то он здесь стоит больно как-то. Он своими колючими рогами он может сделать больно. Будет потом ай. Ай. О, там лось там был. Вы реально тут. Там лось был. Лось. Ну хоть так же. Давайте лося тогда съедим. Чтобы он к нам больше не шел. Ням. Так, да так сделаю. Так,
Давайте, волки, делайте его. Угу. Бык-кобык. Лось. Я так сделаю, просто лосю. Нет. Ай. Эй. Блин, лось там такой вот сильный, даже большой. Ну, хочется его просто там не так. Ха-ха-ха. Нужно остановиться. И... Гусинича. Гусинича! У меня 8 хп. Так. Смотрим, что у него там. Ну, вкусные сестрички. Восьмички. Кабан. Нет, я без кабана обойдусь. Кабан. Нет, нет кабанах. Нет, нет его. О, гора огромная. Гора там огромная. Огромная гора. Точно не моя. Это горных козлов она там. О, дракоша. Ну, опять махает там. А. Он этот... Он чуть-чуть там... Там чуть-чуть злой, он там стал. Наш снежок белый. Белый снежок, который он завалил на снегу. Тогда он будет всегда белый. Так, так, открывайся! Эй, ну вкус так же, нам дали это, ну, этот, пик. О, вкусно получилось. А у меня такая лес, так что не весело. О, и что можно там открыть? Откроем. Это который мы там на шарике, что ли, забрали? Ну, давайте. Что он там выпадет? Ой! Можем с отделением, что ли? Я не понял. Фу! Все. Все. Делаю это. Только оно это. Он с отделением станет. Точнее, говорю. Там. Для рель. Реля нет. Для реля. Так вот. Вот для меня как говорите. Я на такое не подписывался. Где-то дарень. Так говорил, что нам олень выпали. Да нам... Олень здесь вот есть. Еще сейчас капуча. Ну ладно, давайте тогда... О, мне нравится этот, и этот, и этот. Мне нравится больше всего этот. Такой вкусненький. Этот дракоша тоже ничего так подходит. Дракоша Гоша. О, клюв какой. Альпака, что ли, какая? Непонятно, но очень интересно. Так, лапка. Не, без лапки обойдемся. Давайте это включим. Ну это все. Это что? Редактор. Редактор? Или редактор? Вы серьезно? Да вы у меня носики. Что это за глаза?
Какие у него глаза будут цвета? У меня эти красные. Я так сделаю. Так вот такие глазки у меня пусть будут. Вот его какие будут глазки. Да не видно у него там глазки. Давайте тогда это. Но глазки тоже красные. Не, пусть у меня будут глазки розовые. Нет, это у дракоши такие должны. А вообще нет. Глазок такие, то ли зеленый. Ой, куда я зашел? Так, так. И розовые глазки. И у нас их нет. Розовые, найдитесь. Это розовые? Нет. Ладно, тогда давайте пусть у него будет фиолетовые глазки у нее. У этого. Даже это вообще маску надо ему снять давно. Она чуть-чуть. Такс. Такая у меня есть. Надо разную одевать всякую. Давайте шляпку ему ну, давайте ту старую парачку. Или нет? Ну, это подойдет. Вот. Это пера длинного Хелипа. Хелип. Давайте переиграть. Конечно же. Так, мы здесь на горе оказались. Так, давайте теперь идти куда-то. Да. Ой, высокая гора. Ой, 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 ай, ой-ой-ой, падалю. А-а-а. Ой, вот гора такая. Куда они там шпали? Пали. Дракош, ты летишь? Ой, вот ты бы легко туда залетел. Эй, вы что остались? Давайте, наверх лежайте. Да, опять они не чуть-чуть, а. Чуть-чуть. Ну где там волковатые эти? Давай же все пьет. Я не подписывался на это. Я не подписывался на это. Не так прыгать, лихий чё. Ну, что теперь будем? Ведь ничего больше не осталось в этом лесу невкусном. Ну, давайте идти вперед, чтобы никаких не было. Вот. Опять один у нас завелся. Невкусно получилось. Чё один тут? Что он тут вообще делает? Ладно, пусть снегу там валяется. Эх, эх, эх. Опять носик. Это наш волк или рысь? Рысь, волк. Наш волк. Как вы и просили. Наверное, так просили, что волк. Ну, конечно, мы волки, так что... Вы просите всегда волков и дельфинов. Потому что там есть еще видосик про дельфинов. Вы же его видели, конечно. Если вы вообще туда заходили. Ну, конечно. Мы же заходили туда. Да-да. У меня там подписанчик есть такой вкусненький. У-у-у. Съели все? Съели волковаки этого. Так, теперь давайте... С лосем разберемся. Ну что ты тут делаешь, лось? Ну что? Мы тебя туда не звали. Да, дракоша. Его сгоняют. Ну, лучше не сгоняй, мы его сами сгоним, чтобы он упал. Снежок. Падай, снежок. Падай. Вдруг тебя сейчас там муравьи сидят. Хотя муравьи не питаются лосями. И ворожки деревянные.
Интересно, кстати, рога у лосей, они деревянные или нет? Кусочки какие-то у них пластиковые, что ли? Ладно, мы победили лося, конечно, но хоть не короля. Давайте уже закончим этот видос. И, ребята, всем пока-пока. Я играл Синята Волка. И подпишитесь на канал. И всем пока. Пока.